стиральная машина «Атлант» – невероятно востребованный бытовой прибор. Она стирает практически все, даже обувь из текстиля и искусственной кожи. Пользоваться ею легко и удобно, несмотря на то, что это сложный бытовой прибор, который использует не только электричество, но и воду. И чтобы такая талантливая техника служила долго, проводятся различные испытания на всех этапах разработки, проектирования и производства стиральных машин «Атлант». В процессе разработки изделия, когда стиральная машина существует только в 3D-проекциях и в чертежах, в лабораторно-исследовательском комплексе компании «Атлант» уже проводятся первые испытания опытных образцов материалов и комплектующих для производства стиральных машин. Все основные показатели, которые определяют качество материалов и комплектующих, должны быть обязательно подтверждены испытаниями. Только после такой строгой проверки материалы будут использованы в производстве. В процессе массового выпуска стиральных машин каждая новая поставка комплектующих и материалов для производства также выборочно проходит испытания для подтверждения заявленных и ранее проверенных характеристик и показателей. Для белорусского производителя очень важно, чтобы выпускаемая им продукция точно соответствовала заявленным техническим характеристикам и была надежной на протяжении всего срока службы. Оборудование лаборатории позволяет проверить в стиральной машине практически все. Проводятся испытания на надежность, но не только стиральных машин. Испытываются все комплектующие, даже такие детали, как уплотнитель дверцы, пружины, а также проверяется надежность соединения винтами и зажимами. Такие испытания проводятся один раз в 3 года с целью подтверждения всех технических характеристик изделия. Качество и надежность стиральных машин «Атлант» обеспечены и высоким уровнем производства. Стиральные машины производятся на заводе бытовой техники в городе Минске. Производство организовано на современном европейском уровне и соответствует всем требованиям к созданию конкурентоспособной продукции. Следующие испытания, которые проводятся на заводе бытовой техники, приемо-сдаточные, которые проходит каждая стиральная машина «Атлант», прежде чем сойдет с конвейера. На станции приемо-сдаточных испытаний проверяется работа всех составных комплектующих стиральной машины, включение замка блокировки дверцы, пропускная способность электроклапана при наливе воды, функционирование датчика уровня воды, работа кнопок и индикаторов, работа насоса, частота вращения барабана во время стирки, выход машины на максимальную частоту вращения барабана при отжиме, а также электробезопасность и герметичность машины. После прохождения приемо-сдаточных испытаний проверяется внешний вид, маркировка и комплектность стиральных машин. Затем часть стиральных машин проходит полную проверку работоспособности на станции выборочных испытаний. Стиральные машины выполняют полную программу стирки хлопок при максимальной температуре нагрева воды 90 градусов. Во время выполнения программы стирки проверяется энергопотребление, расход воды, температура воды, частота вращения барабана, длительность стирки. Вот так тщательно проверяется качество и надежность стиральных машин «Атлант», чтобы они безукоризненно работали с первого дня эксплуатации. Ведь главная задача компании «Атлант» – производить продукцию, отвечающую требованиям потребителей и приносить пользу человеку. В этом и есть главный талант бытовой техники «Атлант».